ярмарке найдешь. В городе Долматово на рыночной площади состоялась ставшая уже традиционной ярмарка новогодняя, на которую съехались владельцы личных подворий, индивидуальные предприниматели, крестьянские, фермерские хозяйства, сельхозпредприятия и народные умельцы со всего Долматовского района. Много уток, гусей, индюков, даже приезжали к нам из Катайска представители со своей продукцией. Они привезли кроликов нам на ярмарку. Хотелось бы, чтобы больше представителей было от фермерских хозяйств со своей продукцией приезжали. Все-таки хотелось бы сельхознаправленность, чтобы эта ярмарка приобретала. Для посетителей ярмарки широко была представлена разнообразная продукция – мясо, птица, мед, молочная продукция и кондитерские изделия. Кроме того, все желающие могли приобрести новогодние сувениры и новогоднее дерево ели. 15-й год, он год козы. Это сельхозживотное, хотя и год 14 уходящий, год лошади, но какая-то у нас кобыла попалась не очень-то как бы хорошая, с сюрпризами. Но тем не менее, будем надеяться, что нам овца и коза нам помогут в нашей жизни. Большое, большое вам счастья, добра на долгие годы. Спасибо! Праздником. В знак благодарности всем участникам ярмарки Александр Алексеевич вручил благодарственные письма администрации района. Несмотря на морозную погоду, на ярмарке было многолюдно и весело. Коллектив Долматовского культурно-досугового центра радовал участников и гостей заводными песнями и плясками. А мы тут приносим счастье. Да, ну бегаем, танцуем, нам очень холодно и нам весело.